Здравствуйте, дорогие мои зрители, гости, с вами Любовь Овчинникова, хозяйка этого канала, я вас всех приветствую. У меня сегодня гость. Ну, те зрители, которые давно подписаны на мой канал, прекрасно знают этого человека. Это ювелирный стилист Эльвира Андрусенко. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, приветствую вас. И так давно мы с ней не встречались, у меня очень много роликов, наверное, Эльвира, порядка 20-30 роликов мы с Эльвирой только сняли про украшения, но сегодня мы решили вновь встретиться. Эльвира, мы так давно по тебе, тебя не видели, скучали мои зрители, даже писали, а где Эльвира? И вот по вашим просьбам, дорогие друзья, Эльвира сегодня у меня в гостях. Вы знаете, это удивительный человек, я уже сказала, это ювелирный стилист. Я не знаю, как она работает в этой нервной обстановке, потому что она постоянно в окружении ювелирных украшений. Эльвира, я знаю, что ты не выходишь из дома из украшений. Я, конечно, грешу, выхожу, но сегодня ради тебя, ты видишь, как в песне поется, я надену все лучшее сразу. Кроме того, я даже немножко подкрасила волосы хной, подстриглась, чтобы навстречу с ювелирным стилистом идти во все оружие. Любовь Николаевна, вы, как всегда, элегантные и вне конкуренции. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, не будем терять времени. Эльвира, скажи, пожалуйста, встреча с Эльвирой всегда праздник. Всегда праздник. А вообще, дорогие друзья, если вы зайдете на канал к Эльвире, когда я, например, к ней захожу, у меня болит сразу все. Печень, почки, все у меня сразу поднимается давление, потому что, ну, невозможно. Она так вкусно рассказывает о ювелирных украшениях и показывает их, что, ну, невозможно просто устоять. Поэтому я сказала, я не знаю, как она вообще можно работать в такой нервной обстановке. Поэтому я сделаю ссылочку на канал Эльвиры, чтобы вы зашли и все-таки полюбопытствовали. Это очень интересно. И еще у нее есть телеграм-канал Эльвира. Там она тоже очень много рассказывает об эстетике ювелирных украшений, о тенденциях моды в ювелирных украшениях. Ну а сегодня, Эльвира, что ты нам приготовила? Уважаемые зрительницы и слушательницы, я очень рассчитываю на то, что вам сегодня не будет с нами скучно. И я бы сегодня хотела ваше внимание акцентировать на таком украшении, кое является броши. Поговорим о брошах вновь, потому что это одно из самых, так сказать, утилитарно выгодных и самых эстетичных украшений, какие можно придумать. И как говорила великая мадемуазель, я говорю о Коко Шанель, она говорила так: если вы только начинаете собирать свою собственную коллекцию украшений, начните с брошей, потому что брошь, она может, так сказать, путешествовать по всему вашему костюму, начиная от шляпки, заканчивая туфельками. И если у вас что-то случилось, какой-то непорядок в костюме, она может сколоть, скажем, разошедшиеся края одежды, то есть послужить утилитарным таким, утилитарной такой вещицей, которая выручит вас в неприятной ситуации. Так что давайте уделим достойное внимание этому украшению, броши, и не будем заблуждаться, не будем поддаваться на стереотипы, что брошь – это украшение, так сказать, старомодное, из бабушкиной шкатулки. Это совсем-совсем не так. Дорогие друзья, а я же дополню, что до знакомства с Эльвирой я вообще не воспринимала броши. Я именно так, вот как ты говоришь, Эльвира, так я к этому и относилась. А теперь у меня целая коллекция брошей. И я, так сказать, они путешествуют, как ты говоришь, по костюму. По костюму. Итак, Эльвира, вот перед нами, знаете, просто вот кладезь целая. Давайте уже, Эльвира, покажем. Да, милые дамы, я бы хотела вот сегодня о чем с вами побеседовать. Хотела такую узкую тему затронуть с брошами, напомнив вам, что броши часто имеют и символическое значение. Возможно, многие из вас помнят, что в политической жизни была такая дама не так давно, некая Мадлен Олбрайт. Она служила госсекретарем Соединенных Штатов одно время и была дамой очень суровой во всех отношениях, но обожала броши
И на все переговоры, на все деловые встречи всегда надевала какую-либо брошь, но не просто любую понравившуюся ей по настроению, а ту, которая что-то выражала именно на этих переговорах. Ее отношение к оппоненту, к собеседнику, ее отношение к процессу политическому или к политическому, да, лидеру конкретному. У нее была огромная коллекция брошей, которая даже выставлялась как на выставке в Метрополитен-музее в Нью-Йорке одно время. И она даже написала книгу. К сожалению, она не переведена на русский язык. Книга называется «Читайте мои броши». То есть вы поняли, о чем я. Брошь может сказать о вас что-то. То есть со смыслом. Да. Со смыслом всегда. Выразить ваше настроение, ваше отношение к собеседнику, вашу индивидуальность, вашу какую-то задумку, ваше пристрастие, может быть, даже вашу веру во что-то. И если позволите, я несколько подобных примеров приведу. Конечно, позволим. А я скажу, что совсем недавно я была на одном светском мероприятии, и у меня брошь была, большой вырез был сзади, и здесь у меня вот на спине была змея. Да, я наблюдала этот фурор, который произвела Любовь Николаевна, декольте на спине и в вырезе декольте большая достаточно, но изящная брошь змея. Да. Это было очень эффектно и со смыслом. Ну, это может быть двоякий смысл. Ну, правильно, правильно. А что будут зря говорить, что я змея, да? Вот я уже змея. Может, кто как поймет, да? Да, конечно. У всех свои эстетические пристрастия. Но я-то вложила, ты понимаешь, змея это вообще, это же, ну, признак мудрости, я бы так сказала. Конечно, конечно. Одно из значений. Ну, а подтекст уже... Каждый читает сам веру своих пристрастий. Но подходить ко мне... Не надо близко. Итак. Да, милые дамы, я несколько брошей вам продемонстрирую. Броши будут принадлежать бренду Dolce & Noor. И буквально несколько слов о них. Вот я хотела бы вам показать вот такие броши. Посмотрите, какие изумительные симпатяги. Это, как вы догадываетесь, божьи коровки. Посмотрите, как декоративно они выполнены. Одна золотая, а другая такого красно-алого оттенка. И божьи коровки – это, конечно, не просто жучки. Они имеют свое значение. Во-первых, божья коровка очень хороший, считается, оберег для детей. И божья коровка символизирует благоволение над вами высших сил. Так сказать, распростертые над вами крылья, так сказать, высших сил, добрых сил. Поэтому божья коровка очень положительный в символическом смысле знак. И такие броши, человек, который их надевает, говорят о том, что он такой милый по нраву, человек добрый, человек открытый достаточно, человек, который несет положительную энергию. Вот, боже, тебе и коровка. А ты знаешь, Эльвира, помнишь, у тебя есть среди твоих подписчиц дама, которая собирает божьих коровок. Да, вот. Я ей всегда, если у меня попадают мне в руки что-то новенькое с божьими коровками, изящно и качественно выполнено, я ей сразу сообщаю, она коллекционирует божьих коровок и в виде и броши, и даже колец. И других украшений. Вот представляете, целая коллекция божьих коровок. Да, вот она такое пристрастие имеет, и у нее здорово получается, у нее отличная коллекция. Ну, кто-то змеи, кто-то божьи коровки. Ну, конечно, кто что, кто что, кто к чему склонен. Вот это немножечко два слова о божьих коровках. Еще я хотела обратить ваше внимание, что довольно часто даже те дамы, которые не носят броши или мало их носят, встречают броши в виде бабочек различного дизайна. И я вам покажу сейчас одну. Вот, кстати, вот сюда, вот если, допустим, да, посмотрите, да, как такая интересно. Брошь хороша. Вот. И, в общем, и на лацкане жакета, и на трикотажном джемпере, и даже где-то на каком-то плаще на верхней одежде. А если мы сюда, сюда, да? Мы поговорим. Можно на манжету, да, манжета, где
предполагается запонка, можно запонку заменить на небольшую мушку или божью коровку или на другую брошку. И когда вы будете, так сказать, водить руками, следите за руками, ваши визави будут, конечно, очень внимательно смотреть. И чего-нибудь о вас обязательно подумают. Но я надеюсь, хорошее. Для привлечения внимания, да? Да, а красный цвет, тем более, всегда не остается незамеченным, поэтому это здорово. Хотела вам показать брошь-бабочку. Посмотрите, как ажурно она выполнена. Это черные и белые кристаллы, имитирующие черные и белые бриллианты. Она не маленькая по размеру, но смотрится очень легко, потому что действительно такая вся ажурная. Красивая брошь, элегантная брошь, я бы сказала. И уместно как и в вечернем костюме, так и в дневном костюме на каком-то трикотаже. Вот Любовь Николаевна, у нее очень удачно сегодня бадлон. Она может нам демонстрировать такую брошь. Да. Можно ее посадить и ближе к плечу, и ближе к груди, и как вам захочется. Вот такая бабочка. И я должна, уважаемые друзья, вам сказать, что бабочка как символ вовсе не является символом легкости бытия и некого легкомыслия. Вовсе нет. Бабочка является символом бессмертия человеческой души. Слушай, Эльвира, ну иногда можно быть и легкомысленной. Ну уж прям ты можно, вот прям можно. Вот, прям вот, но, как говорится, вот все в меру. Ну вы же со змеей ходили. Это ж тоже вызов некий. Так что кто что о вас подумал? Да, спросить. Ну вот видите, так смело, да? Вот так вот. Ну, вот. Она хороша, ну, красивая, очень. Изящная, настоящая бабочка. И бабочек вы встречали много, я имею в виду разного дизайна, я про броши. И посмотрите, пожалуйста, совершенно другого дизайна две броши-бабочки. Секундочку, ничего страшного, брюки превращаются в элегантные шорты. Сейчас достанем, вернем на место. У нас тут везде ковры персидские, так что с ними ничего не случилось. Да. Вот такие бабочки, видите, в более холодном оттенке, металла выполнено в более теплом, под античное золото, вот верхняя, а нижняя бабочка покрытие металла под античное серебро. И посмотрите, как они богато декорированы кристаллами разного цвета. Такие довольно нарядные бабочки, но вполне носибельные, как я говорю. И вот, например, в Японии бабочка есть у любой женщины, от молоденькой девушки до пожилой дамы. В Японии бабочка вообще символ супружеского счастья. И молодоженам на свадьбу всегда дарят каких-то бабочек. Неважно, это будут какие-то интерьерные украшения, картины или украшения ювелирные, но обязательно дарят. Вы знаете, ну вот я еще в гостях у Эльвиры не была дома, но я знаю, что ты любишь вот таких вот ну, насекомых, да, бабочек сажать на на портьеры, на кресло или где-то. Да. Вот прямо вот у меня иногда броши, особенно крупные броши, фактурно выполненные или объемные броши. Вот, например, мы как-то с вами показывали броши-лягушки. Они похожи на фигурки Фаберже. И подобные броши-лягушки иногда у меня перекочевывают с костюма на спинку кресла в гостиной. Да. Ну, там посидят, порадуют гостей. Потом опять, скажем, на пальто перекочуют. А бабочки, да, крупные бабочки, иногда у меня шторы придерживают. Да. Как держатели для штор декоративные. Ну, хочется же иногда изменить что-то в интерьере, хотя бы на время. А потом, знаешь, вот иногда бывает обидно. Вот у многих дам вот таких украшений, их очень много. И они порой, ну как бы на постоянной основе поселяются только в шкафах где-то. Представляете, в темном шкафу вот эта бабочка постоянно хранится. Такую красоту. Такую красоту. Надо миру показывать. Конечно. И вообще, ну, пусть радуются домашние, конечно. Пусть твои кошки радуются. Гости, приходящие за солью к вам, забежавшая соседка увидит и улыбнется. Да, конечно. И вы принесете этим частичку радости, хорошего настроения в мир. Правда, да, правда, что, да, правда, что. Так что, дорогие друзья, достаем и вот прямо
Украшаем. Миром украшаем вокруг себя. Украшаем, да, дом украшаем, там вот кресло, себя, ну, в общем... Стараемся. Стараемся, ага, так. Вот про бабочек два слова. Конечно, о них можно говорить много, и на моем канале есть ролики целые, посвященные этому, но немножко хотелось вам сегодня о них напомнить, поэтому буквально два слова. Еще хотела вам продемонстрировать, посмотрите, какая интересная брошь, корона. Это вообще обязывает. Да, конечно, это потому обязывает. Что корона – это символ харизмы человека. Ну, ты знаешь, что кроме змей у меня есть две короны. Да, ой, я что помню. Что ж такое? Да не поваляешь, не поносишь, как говорится. Вот, да, вот так. Ну, вот они крепко сделаны, поэтому ничего с ними не случится. Вот посмотрите, пожалуйста, как интересно выполнена, в каком дизайне корона. Ее легко можно вписать, стилизовать в повседневный костюм. Для этого, для этой броши не нужно ждать какого-то особого случая. И еще раз повторюсь, корона – это символ харизмы, символ довольно сильного характера, символ личности, умеющей принимать решения. И даже хорошо брошь корона, пускай небольшую, может быть, брошечку, или парные две броши короны, вот как у вас было на красном жакете, я помню, носить даже людям, кому не хватает вот этой напористости. То есть брошь корона придаст некую уверенность, вот эту, знаете, недостающую иногда нам женщинам. Ну, может быть, вот на этой водолазке у меня не очень хорошо смотрится, а вот на лацкане красного пиджака... жакета. Было очень эффектно. А потом посмотрите, представьте Любовь Николаевну, скажем, в белой рубашке мужского кроя с воротником. Представили. И вот у нее воротник, допустим, обычно. И она под воротник, где верхняя пуговка, прикрепила бы вот такую брошь. Ой, вот и белый отложной воротничок, белая сорочка, ну, а-ля сорочка, как вы понимаете. И вот такая брошь. И мне кажется, уже много говорила бы эта брошь о ней, как о личности. И можно было уже ничего даже и не говорить. Все бы все сами поняли. Ну, читайте мои броши. Да, читайте наши броши. А уж как там вы это поймете? Это уж извините, это уже. А это мы уже обсудим, говорит, в интимной обстановке, да, что вы обо мне думаете. Да. Вот, милые дамы, так что вот этим мы хотела вас развлечь. И последнее на сегодня, вернее, предпоследний момент. Вы видите на мне броши цветы ириса. Я люблю носить броши парно, это моя слабость. Я иногда своих... слушатели, зрители, призываю придумывать, как носить броши парно и составлять, так сказать, группы товарищей. Но это, конечно, совершенно не обязательно. Ну, вот люблю я так. И я хотела два слова сказать о цветке ириса. Довольно часто броши, цветы встречаются нам, да? Цветок розы, цветок лилии. И, как вы догадываетесь, обязательно любой цветок что-то значит. Да. Вы помните, был язык цветов, когда, преподнося какой-то цветок, это откровенно на что-то намекало, что-то говорило. Ну вот, например, брошь желтый ирис с кристаллами Аврора Бореалис и с кристаллами желтого цвета, красивая брошь, покрытие под старую бронзу, довольно изящный, но это желтый ирис. Так вот, я вам скажу, желтые ирисы преподносят тому человеку, кем искренне восхищаются. Поэтому подарить такую брошь можно не только себе, любимому, кем ты восхищаешься откровенно, безоговорочно, но и кому-то из своих друзей, может быть, коллег, кем вы действительно восхищаетесь. А вообще цветок ириса, вот у меня вот такие броши ирисы, очень большую историю имеет. Это один из самых загадочных цветков, цветок ириса. И в разных культурах он имеет свое значение, но всегда приблизительно одинаковое. И многие думают, что на гербе французских королей изображена лилия. Ну, все говорят, лилия французских королей. Так вот, приоткрою секрет. Это трехлепестковый ирис, а вовсе не лилия изображена. Так. Это имеет целую историю, легенду, как Меровинг, 12 век, родоначальник французской короны, в сражении уже проигрывал, его войска проигрывали неприятелю, ему нужно было для продолжения боя перейти реку, и брода не было, и случайно
его подданные заметили заросли болотного желтого ириса в реке, а где растет этот цветок, там пруд, мелководье. И они смогли перейти войска реку, победили. И после этого Мировинг на свой стяг, а потом и на герб поместил вот стилизованный цветок ириса, то, что сейчас называют лилией французских королей. А вообще этот цветок ирисом назван в честь богини Ириды, которая спускалась по радуге на землю и оповещала людей о воле богов Олимпа. То есть там целая-целая история. По-моему, цветка, о котором больше всего легенд, это именно цветок ириса. Больше, чем найдете. Эльвира, я обожаю ирисы. У меня на стене огромная картина с ирисами. И вот всегда, если вас спрашивают, какой цветок подарить, я предпочитаю ирисы, хотя они долго не стоят. Да, долго они очень стоят. недолго стоят. Да, не могут в срезанном виде долго жить. Им нужно много воды наливать. Да, но вы представляете, уважаемые зрители, сколько разновидностей по цвету ирисов. И действительно существует 800 видов ирисов. Угу. И это самый по цветовым сочетаниям богатый цветок во всей флоре земли. То есть есть и орхидеи, конечно, тоже загадочный цветок, и о розе можно говорить, и о лилии, но ирис самый и сам. Вот, милые дамы, такая история. Вот ты представляете, какая кладезь информации, легенд, сказок и вообще... Ну, всяческих изобретений, знаний в этой области и стилизации украшений в костюм. А но сейчас, дорогие друзья, мы сделаем маленькую паузу, и вот вишенкой на торте, Эльвира, у нас будет как о трендах. Да, два слова скажем, чтобы немножко переключить ваше внимание на современность, на такую сегодняшнюю, обычную жизнь. И потом осеннее, мы надеваем пальто. Осень, господа, осень, октябрь еще наступил. Может быть, тогда затравочку, что мы сейчас будем показывать? Милые дамы, напомним вам, что ношение брошей на верхней одежде все еще в тренде, все еще с нами, и не будем об этом забывать. И поэтому мы сейчас наденем пальто, в которое мы пришли, и покажем, как броши можно поместить на верхнюю одежду. Итак, ждем. Ну вот, дорогие друзья, мы, собственно, надели то, в чем пришли. Это да. Итак, Эльвира, прокомментируй, пожалуйста. Ну, начнем с Любовь Николаевны. Ну, уважаемая, она сегодня у нас в шерстяном пальто. Да. Через плечо у нее перекинут шерстяной палантин, вот такой шарф. Погоды не позволяют ходить легко одетым уже в Санкт-Петербурге. Ну и потом мне же надо где-то, собственно, палантин выгуливать. Конечно, обязательно, как же так. И посмотрите на палантин. Задрапировала и к плечу, чтобы он служил, не падал, не сковывал ей движение, она палантин не только не падал, не сковывал движение. Мне надо было показать эту брошь, Эльвира, конечно, украсить. Конечно, мы так и подумали. А то ты для того, чтобы скрепить, можно было и булавку какую-нибудь. А кстати, булавки сейчас очень в тренде. Да, но я... выбрала брошь птица. Посмотрите, как не просто птица выполнена эта брошь. Интересно, я думаю, что это жар птица. Кто-то увидит в ней птицу экзотическую, тропическую, хотя она не декорирована цветными кристаллами и стразами. Декорирована она очень деликатно, но очень элегантная брошь. И здесь на плече, на шерстяном пальто она смотрится очень уместно. И еще раз напомню, броши на верхней одежде – это хороший тон. Поэтому, пожалуйста, придумывайте свои варианты. И потом смотри, Эльвира, вот я была вот так, да? Вот то украшение, которое у меня внизу, его не видно было вообще, потому что я вот так шла. Вот, видишь, да? Ну, чтобы не было много. Вот, серьги такого же, да? И вот я шла вот так. И потом, когда я сняла помещение, пальто, да, уже я осталась уже в своем украшении.
Ну, то есть, ну, не бывает много, да? Не бывает много, они все у вас перекликаются, да, по дизайну и по цвету металла. И самое главное, что ваше пальто, сейчас осень, темного, базового цвета, оно не кажется скучным именно, да, благодаря аксессуарам. Но вообще, Эльвира, вот ты сказала, что это я, когда надевала эту брошь, я надевала это как птицу феникс. Ну, вы вложили в нее такой, да, смысл, что вы видите в ней птицу феникс. Но то, что это какая-то птица экзотическая, интересная птица, необычная, это понятно. Это, то есть, когда ты что-то новое начинаешь, вот птица феникс, это она символизирует как бы возрождение, да? Новое деяние. Новое деяние, новые идеи. Вот, например, осень, Эльвира, это мое время года, когда падают листья. Именно в это время нужно начинать что-то новое, какие-то проекты. Вот именно сейчас у меня это и происходит, поэтому... Поэтому я решила птицу феникс. Просто встает в один ряд с нашим Александром Сергеевичем. Кто это? Пушкиным, который больше всех сезонов, времен года любил осень. Да-да-да. Любил осень. Вспомните его стихотворение «Октябрь уж наступил». Так что вот Любовь Николаевна очень скромно в один ряд с классиком. Русской, ну, литературы. В общем, вот я, посмотрите, вот так украсила, да? А теперь расскажи, пожалуйста, что ты? А ты почему-то... А я... Кошечку. У меня сегодня замшевая куртка. Вот, и у меня, вот видите, какая теплого оттенка брошь, потому что и цвет замши теплого оттенка в этом плане. Как ты её прилепила? А во-вторых, я вот хотела как раз на этом акцентировать внимание уважаемых зрителей, что иногда некоторые побаиваются, ну, прокалывать хорошую одежду, особенно замшу тяжело, кожаную куртку проколоть. Поэтому существуют броши, которые крепятся на магнитах. Магниты сильные, видите? Какая она из двух прелесть. Половинок. Такая лицевая сторона, так скажем, декоративная. А с внутренней стороны куртки у меня такая же киска, повторяет обрез, но на магните. Магнит очень крепкий. Да, и поэтому мне замшу не приходится, да, прокалывать. И он очень сильный магнит. Так что беспокоиться не нужно. Вообще я не знала, Эльвира. Есть такие броши. Я даже не могу отодрать. Я показывала их на своем канале разного дизайна. Посмотрите, она прям плотно. Да, и очень хорошо ей тоже шарф можно прикрепить. Можно. Ну, то есть она действительно, как... Помните про пасту Блендамед, говорили, в труднодоступных местах зубы чистить. Тут тоже брошь может прикрепиться в труднодоступном месте, где-то на одежде, где не очень удобно прокалывать одежду. Да. Ну, вообще, вы знаете, Эльвира, вот у нее вот кошечка не только символизирует, что вот теплый цвет и так далее. Эльвира большой любитель кошек. Сколько у тебя кошек, Эльвира? Милые дамы, вздохните глубоко. Сейчас у меня дома живет 6 кошек и 1 крупная собака. Вот. Я и собак люблю. Да, да, да. Я и людей люблю. Ну, вот все, что сегодня, наверное, мы хотели. Чем мы вас хотели развлечь, порадовать, увлечь, озадачить. Поднять настроение. Да, поднять настроение. И даже озадачить, чтобы вы искали свои варианты брошей на верхней одежде. И пусть нам ничто не помешает быть модными и осенью, и зимой. Красивыми и стильными. Всего вам доброго. Ссылочку на канал Эльвиры Андрусенко я дам под видео. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и ждем комментариев, конечно. Ну, интересно послушать мнение. А фотографии свои с интересными вариантами, как носить брошь на верхней одежде, пожалуйста, присылайте в телеграм-канал, да в любую социальную сеть. Мы порадуемся за вас. Мы устроим конкурс. Устроим конкурс, почему нет? Всего вам доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы.